Ну, скоро. Сейчас. Халтурю отдам. Трубы горят, сил нет. Иван Ильич, виноводочный только в 11 открывается. Не доживут ваши трубы. Вот. Держите. Коньяк. Виски. Самогон. Что это такое? Дай-ка сюда. Это откуда такая иностранщина? Ксенька дала. Завтра позвоню Никитичу, пусть других квартирантов ищет в свою комнату. Чего с утра такая заведенная? Чем тебе квартирант-то не нравится? Ксенька тихая, только ночевать сюда и приходит. И не она мне это дала. Доброе утро. Здравствуйте, Ксения Романовна. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, Наташа. Доброе утро. Здравствуйте.
and gentlemen, дамы и господа, я надеюсь, вам понравится сегодняшняя экскурсия по Москве. Мы всегда рады видеть вас в гостинице «Россия». Хорошего дня. Бонжур, манами. Игорь Викторович, а вас, между прочим, иностранные туристы ждут. Поторопитесь, пожалуйста. Конечно, Мария, конечно. Какие мы стали строгие в последнее время. Я просто жду курьера с открытками для твоих туристов. Через 5 минут автобус отправится по маршруту. Время пошло. Здравствуйте. Игорь? Здравствуйте. Да. О, сколько всего. Мне сказали, вы можете все достать. Ну да, вопрос времени. Времени действительно мало. Завтра утром я уезжаю, я готов заплатить на 20% больше за срочность. 25. В противном случае могу предложить вам приобрести то, что вас интересует в магазине «Березка». Правда, черная икра будет стоить в 2 раза дороже. Я знаю цены в магазине. Я согласен. Товары по списку должны быть у меня не позднее сегодняшнего вечера. Договорились. Товарищ, приходите, пожалуйста, в автобус. Искра Ефимовна, можно? Нужно. Заходи, садись, рассказывай. Ну что... С немцами разобралась, ага. Ресторанов так сделала, испанцы довольны, шведов по Золотому кольцу отправила. Ну, добро. Как там в кино-то было? Посади 7 розовых кустов, перебери фасоль, а потом можешь ехать на бал. Да у нас и тут бал круглосуточный. Да, разве это бал? Так, будни, текучка. А вот что нас ждет впереди, вот это будет бал так бал. Живыми бы остаться после таких... плясок. 60-летие Великого Октября? Угу. Так это еще через год? Не еще, Ксюш. Всего. Глазом не успеем моргнуть. Так что по этому поводу есть мнение усилить наш отдел. Назначить мне первого зама. Уровень задач, сама понимаешь. Так что собирайся. Поехали. Куда? В горком. Я предложила твою кандидатуру. Отдел кадров поддержал. Правда, они для альтернативы выдвинули Хазова. Ну, это так. Больше для регламента. Я не думаю, чтобы кандидатуру Хазова кто-то рассматривал серьезно. А вот ты должна произвести достойное впечатление. Тук-тук-тук. Приветствую, красавец из орготдела. Андрей Дермидонович, что вам? Только быстрее, мы торопимся. Горком вызывают. А вы же заявочку на флажке подавали, вот я решил с вами проверить. Гляньте, Искра Ефимовна, все ли нормально? Зачем в горком, если не секрет? Секрет, секрет. Все в порядке. Мы потом закажем флажков для ГДР и Чехословакии. Так что спасибо большое. Можете идти. Ну что, Ксения? Aufstehen и zusammen giganten, как говорится. В горкоме ждать не будут. Здравствуйте. Берите, не сомневайтесь, Ирина Иосифовна. Розенлев – это отличная фирма, шведы. Надежнее не бывает. А цвет? Ну, сами решайте. Белый, черный, серебристый. Вот она,
Проблема выбора. Кстати, насчет выбора. Тут у нас новая должность образуется. Заместитель заведующего орготдела. Начальник отдела кадров гостиницы внес меня в список. Ну вот, если бы и вы тоже поспособствовали. Зачем тебе? У тебя и так должность в гостинице хорошая. Хлебная. Хозяйство, ого-го. Ну, хозяйство, ну и есть хозяйство, а орготдел – это совершенно другой коленкор. Иностранцы, первые лица. Искра Ефимовна, нынешняя начальника орготдела, она ровесница октября. Я уж на пенсию скоро. Ах, высоко метишь. Ладно, скажу Владимиру Федоровичу. Свой человек на таком месте никому не помешает. Виктор Васильевич, вопрос по гостинице «Россия». Давай. Баскакова Ксения Романовна, 1944 года рождения. Русская, член КПСС, сотрудник орготдела гостиницы «Россия». Рекомендована на вновь созданную должность заместителя начальника орготдела. Кто еще? Хазов Андрей Дормидонович, 1929 года рождения. Русский, член КПСС, заведующий хозяйственным отделом. Человек промыслов. Так, так, понятно. Ой, быстро добрались, еще полчаса до начала. Может быть, буфет чайку попьем? Тут у них эклеры. Лучше наших будут. Искра Ефимовна, вы идите, а я к тете забегу на минуточку поздороваться. А то месяц не виделись, общаемся только по телефону. Конечно, иди. С такой тетей грех не поздороваться. Да, встречаемся через полчаса на третьем этаже у зала заседания. Давай. Тетя, привет. Ну чего ты волнуешься? Из-за отца. У меня же в метрике прочерк. Я все знаю, мне мама рассказывала. Так, все. Забудь. Ничего ты не знаешь. А если спросят? Ну так и говори, отец неизвестен. Все как по документам. Ты главное. Держись уверенно и четко отвечай на вопрос. Ты поняла? Все, давай, иди. Иди, иди, иди. Не пуха. К черту. Мы все понимаем, какие ответственные задачи ложатся на коллектив гостиницы в связи с празднованием юбилея Великого Октября. И я уверена, что Ксения Романовна оправдает оказанное ей доверие и покажет себя... Здравствуйте. Сидите, сидите, товарищи. Здравствуйте, товарищ Гришин. Вот решил посмотреть. Здравствуйте. Так. Ксения Романовна, и лет вам? 32. Образование филфак Новгородского педагогического. Так вы учительница. По специальности работали? Да, 5 лет в школе. Преподавала иностранные языки, русский и литературу. А в гостинице «Россия» почему оказались? Хочу приносить больше пользы обществу. А учитель? Так вы считаете, сотрудница орготдела полезнее, чем учитель? В моем случае, да. У вас есть семья? Мама умерла, отца я не знаю. Есть тетя Баскакова Светлана Валентиновна. Работает инструктором горкома. А муж? Дети? Мужа и детей нет. Почему? Вы, конечно, довольно молодая женщина, но все-таки... Просто я считаю, что брак – это очень серьезное, взвешенное решение двух зрелых членов общества. А создавать семью, рожать детей только потому, что возраст поджимает, совершенно неправильно. У кого-нибудь вопросы еще есть? Нет, нет. Нет, да? Ну что ж, я считаю, такие кадры нам нужны.
бойкая дамочка. Посмотрим на нее в деле. А что там насчет подарка нашей испанки? Ну, это из их нового парламента. Я понял, Виктор Васильевич. Мы обратились в Гохран. Они предложили несколько подходящих старинных вещей, ну, с легкими повреждениями. Можно выбрать. Но реставрировать на месте нецелесообразно. Это может привлечь лишнее внимание. Ваши предложения? Мы нашли ювелира в Одессе. Он все отреставрирует без лишних вопросов. Привезем сюда, поселим в России. Пусть работает. Будут кое-какие орграсходы, нужна ваша виза. Ну что ж, подготовь все документы, я подпишу. Проходите, товарищи. Проходите. Гостиница «Россия» была введена в эксплуатацию в 1967 году. В гостинице 3182 номера на 5300 человек. Гостиница «Россия» – самая большая гостиница в Европе. Гостиница состоит из 4-12 этажных корпусов, ваши которые документы. Образуют прямоугольник что, сумки с внутренним двором. Северный фасад, выходящий на улицу Варварка, увенчан 23-этажной башней. Черт, паспорт дома забыл. Я принесу. Выходящий на Москворецкую набережную, по горизонтали разделен прогулочный гид. Я тебе говорю, там мышь не проскочит. Всех гобистов сменили. Новые на входе торчат, сумки шмонают. Понятно. Ладно, спасибо, Сочек. Вот поэтому я тебе это и говорю. Искра Фимова? Да. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А вы кто такой? Капитан Ракитин. Комитет госбезопасности, 9-е управление. С сегодняшнего дня прикреплен к зоне особо важных гостей. Новенький. Ну вот, Ксения Романовна покажет вам нашу гостиницу. М? Я знаю, знаю. У тебя, как всегда, дел, воз и маленькая тележка. Но капитан не помешает. Правда, капитан? Лучшего гида по нашей гостинице вам не найти. Уж поверьте мне. Даже искать не буду. Встреча Везделов-то на 15 минут. Да, да, товар есть, все на мази. Да, просто зайти в гостиницу, оставить сумку. Слушай, да подними ты задницу, но не каждый день прошу, ну. Гостиница наша самая большая в Европе, 3 с лишним тысячи номеров. Это я в курсе. Тогда что вас интересует? Подсобки, служебные помещения, неформальные связи сотрудников. Спросите об этом у ваших коллег. Да, это обязательно. Но меня интересует и ваше мнение. В смысле? Как организован рабочий процесс. Хотелось бы увидеть гостиницу изнутри, вашими глазами. Сейчас мы в северном корпусе. Орготдел обычно работает с западным. Туда поселяют иностранцев и особо важных гостей. Предлагаю, капитан. Вообще-то я Алексей. Как скажете. Пойдемте дальше. Пойдемте. Мне просто нужен неприметный человек, и все. Да делов-то 5 минут зашел-вышел. Да пошел ты! Что, сговорились все, что ли, сюда? Да что ж такое? Здоровенький Белый, помочь? Да нет, он только что работал. Давай на свой снимок. Снимки потом вышли. Ого! Что это за техника такая шпионская? Фирма? Да нет, зачем? Наш, одной Киев-30. Давай, вставай. Еще разочек. Все. Гарик. Леня. Привет. Через неделю сумки вышли. Адресовчик, конечно. Ага. Ага. Спасибо. Да ладно. Как ты к людям, так они к тебе. Слушай, Леня, а может, ты тоже меня немного выручишь? Да, конечно, Гарик, о чем речь?
Дело минутное. Я в гостинице «Россия» работаю, и у меня у коллеги день рождения. У меня там каждая собака знает. Я им подарок приготовил. Они, если увидят, разболтают, сюрприза не получится. Все дело только сумку с подарком внутрь занести, и все. А дальше я сам. Да не вопрос. Сможем? Да. Ну, отлично. Пойдем в машине, у меня сумка там. На башне установили куранты. С 1920 года... Простите, у вас свободно? Да. Присаживайтесь, пожалуйста. Экономерч. А вот ваш товар. Все по списку, как договаривались. С вами приятно иметь дело. Забирайте. Сумма в мелких купюрах. Наверное, пересчитывать лучше не здесь. Что будете заказывать? Она спрашивает, что вам принести? Una vodka, per favore. Это переводить, наверное, не надо. И обязуйте, пожалуйста, закуску какую-нибудь. Хорошо? Спасибо. Желаю приятно провести время. Что можно приобщаться к искусству прямо на рабочем месте. Сегодня, например, праздничный концерт. Руководство города в гостях. Вижу. Пойдемте дальше. Звучит свинья, нет, никогда я тебя разлюбить не смогу. И ты люби, ты всегда люби меня. И выполнить этот заказ. Голова просто раскалывается. Я второго отделения не выдержу. Давай уедем. Ты видел, какие у Юры беседки? Нет, не обратил внимания. Ну что, тебе срочно нужны точно такие же? Я бижутерию не ношу. Просто Ираида вечно так вырядится. Ведь никто не скажет, что она блестит, как купчиха уездная. Тебя, Гришин, ты хотела? Весь концерт с ним прошушукались. Опять без меня меня женили. Гришин историю затеял. Теперь на меня сгружают. Что за история? Принято решение одной испанке драгоценности подарить. У них там теперь демократия, Франко скинули. А она член парламента. Гришин на голубом глазу заявляет, все уже согласовано, исполняйте. Я, значит, материалы достану. Камни достань, номер выдели. Не просто выдели, а полэтажа перекрой. Почему ювелиру надо работать в гостинице, а не в Гохране? Мать, ну ты как будто вчера родилась. Подарок секретный. Прознает вражеская пресса, шуму не оберешься. Так что цацку будут вручать в интимной обстановке. Что за цацка-то хоть? Да, Фаберже. Умоманы. В Одессе. Нашли старого еврея, который в этом Фаберже еще до революции работал. Будет реставрировать. Работал в Фаберже. Это сколько же ему? 100 лет. В обед. На днях к вам в гостиницу привезут особенного гостя. Глаз с него не спускать, пылинки сдувать. Будем считать, что это ваше первое ответственное задание. Понятно? Отвечать будете лично передо мной. Завтра вас дополнительно проинструктирует.
Поняла. Что за девка? Она не девка, она член партии и сотрудница орготдела гостиницы. Ну-ну. Сламон Маркович, располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Мне поручено выполнять любой ваш каприз. Любой каприз? Вы сделали мне смешно. Какой каприз? Одни мигрени. Вот до войны за такую барышню я бы умер. Посреди полного здоровья. Пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй! Какое варварство! Прошу. О, спасибо! Спасибо, Андрей Драгидонович. Если Владимир Федорович спросит, скажешь, бум, ездили, понял? Мне коньячку. Тебе? Чай. Только чай. Да, коньяку французского принесите. Ну и что? Ювелиры поселили в западном корпусе. Поставили охрану, никого не пускают. Надо найти какой-то серьезный предлог. Ну ты найди и скажи старику, что я хочу с ним поговорить. А как? Мне нужен этот ювелир. Да, хорошо, поняла. Тук-тук-тук. Ксения Романовна, простите, пожалуйста, я вас отвлеку буквально на минутку. Дело деликатного свойства. Приехала супруга товарища Промыслова. Она хочет встретиться с ювелиром, которого у вас поселили. А откуда она узнала? Это же секретная информация. Ну, не смешите меня. Она жена председателя Мосгорисполкома, хозяина Москвы и всей этой гостиницы. От нее не может быть секретов. Ну, так что? Не знаю. По инструкции он не должен ни с кем общаться. Ксения Романовна... Что Ксения Романовна? У меня есть начальство. Обратитесь к Искре Ефимовне. Если она распорядится, то... При чем тут Искра Ефимовна? Искры Ефимовны нет на месте, а Ирина Осиповна не может ждать. Она увлекается ювелирным искусством, а тут человек, так сказать... Работал ведь у самого Фаберже. Возможно, она хочет получить консультацию. Но она сейчас в высотке, в ресторане. Давайте, приедите туда, ювелира. Это же в ваших интересах. Я попробую. Для горелки мне нужна будет канистрочка бензина. Вы что, меня пожарная охрана живьем съест? А без бензина никак? Хорошо. Будет вам бензин. Только у меня к вам встречная просьба. Приехала супруга товарища Промыслова. Того самого Промыслова? Очень хочет вас видеть. Что это вдруг? Товарищи из органов мне говорили, что обо мне никто ничего не будет знать. Предупреждали о провокациях. Ну что вы, Соломон Маркович, какие провокации? Она же супруга председателя Мосгорисполкома. Уделите ей время.
Прошу вас, буквально 10 минут. Соломон Маркович, может быть, коньячку? Соблазнительно. Будьте добры, вторую рюмку и запишите на орготдел. Ну-ну. Вы как освободитесь, попросите меня вызвать, я провожу вас в номер. Ишь ты, фифа. Терпеть не могу, когда обслуга борзеет. Так чем могу вам быть полезен? Где ювелир? Соломон Маркович беседует с супругой товарища Промыслова. Они в ресторане «Высотки». Ксения, что вы натворили? А что такое? У вас же были четкие указания. Ни с кем никаких контактов. Да что случилось-то? Приехала супруга товарища Гришина. Она внизу. И желает немедленно встретиться с нашим ювелиром. Понятно. Этим дамам никак нельзя пересекаться. Они на дух друг друга не переносят. У нас есть железная установка. Никаких встреч. Только присутствие мужей. И что нам делать? Я сказал Гришиной, что ювелир спит. Его нельзя беспокоить. Она требует вызвать кого-нибудь из начальства. Мое начальство, Искра Ефимовна. Искра в ЦК. Ксения, вы заварили эту кашу? Вам расхлебывать. Камни я достану, металл есть, все есть. Главное, чтобы серьги были точно такие же, какие вам выдали. Точная копия. Конечно. Это должен быть настоящий Фаберже, а не какая-нибудь бижутерия. Понимаете? О чем вы говорите? Здравствуйте. Меня зовут Ксения, я из орготдела. Вы хотели меня видеть? Вас? Мне нужен ювелир, кто-нибудь из начальства. По штатному расписанию за особых гостей отвечаю я. Соломон Маркович очень пожилой человек и сейчас отдыхает. Вы вообще понимаете, с кем вы сейчас разговариваете? Конечно. Вы супруга товарища Гришина. Но... За нашего гостя я отвечаю не только по служебной, но и по партийной линии. Перед Политбюро и перед вашим мужем лично. Простите, конечно, но откуда мне знать, вдруг вы меня проверяете по его просьбе? Я вас проверяю, чушь какая. Простите еще раз, я сейчас же позвоню товарищу Гришину, если он распорядится, тут же провожу вас в номер. Не надо никому звонить. Виктор Васильевич занят, и в моем приезде сюда он ничего не знает. Я бы хотела... встретиться с этим ювелиром как бы частным образом. Тогда давайте сделаем так. Из уважения к вам я постараюсь все устроить. Но вам все-таки придется немного подождать. Прошу. Садитесь в баре на 7-м этаже, угостите ее чем-нибудь и ждите меня с ювелиром. Как я ее угощу? Бар валютный. Бармен все запишет, я потом закрою счет. Да, непростая дама. Вы о ком? Об Ирине Иосифовне. И часто вам от таких, как она, достается. Вы знаете, здесь простых не бывает. И, кстати, еще одна непростая дама ждет вас в баре на 7-м этаже. Жена товарища Гришина. Да, того самого. Очень просит уделить ей время. Нет, вы только посмотрите. Я делаюсь популярным. Вот что значит Москва. Здравствуйте. Я Соломон Маркович. Эта девка уверяла меня, что вы спите. Вы имеете в виду Ксению Романовну? Ну, я не знаю, как ее зовут и знать не хочу. У меня есть заказ. Муж говорил, вы реставрируете гарнитур работы Фаберже. Сможете сделать копию? Точную копию? Конечно. Все, что захотите. Thank you.
Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Ксения Романовна. А это вы? Здравствуйте. Доброе утро. Продолжим экскурсию? Хорошо. Пойдемте в радиорубку. Трансляция, пожарное оповещение, аппаратура для конференции, все там. Здравствуйте. Знакомьтесь, капитан Ракитин. Он у нас теперь отвечает за безопасность. Здрасте, Семен. Если что починить, ко мне. А это Пашка. Здрасте. У меня вот как раз сломалось. Посмотрите. Конечно. Кассетку-то вы убили. Восстановлению не подлежит. А магнитофончик посмотрим. Советская, значит, живучая. Хорошо. А что это у вас тут такое играло? Нью-Йоркес. Again. Дадите послушать. Я верну. Спасибо. И ювелир еще просит литровую канистру бензина. Какой бензин? С ума сошла? Зачем? Он ему нужен для горелки. И речи быть не может. Ну а как же быть? Без бензина он не сможет выполнить работу, а это задание товарища Гришина. А если эта горелка полыхнет, не дай бог, отвечать будет не товарищ Гришин, а Искра Ефимовна. Ладно. Если уж так необходимо, разрешаю, с одним условием. Лично проследишь, чтобы этот старый еврей аккуратно обращался с огнеопасными материалами. А то не сносить головы ни тебе, ни мне. Поняла? Поняла. Иди уже. Маркович, вот то, что вы просили. Этой канистрочкой вы спасли великое искусство. Спасибо. Скажите, а зачем вам бензин? Видите ли, милая барышня, это эмаль. Смесь металлов и стекла нагревается до очень-очень высокой температуры. Так, чтобы она начала светиться. А затем наносится слой за слоем. Какая тонкая работа. Ювелирная. Скажите, а можно мне остаться и посмотреть, как вы работаете? Конечно. Вы делаете мне приятно, что интересуетесь работой старого Соломона. Этот гарнитур принадлежал Матильде Кшесинской. Слыхали про такую? Конечно, знаменитая балерина. У нее еще был роман с Николаем II. Как приятно иметь дело с образованной барышней. Так вот, фройлен Кшесинская пользовалась большим успехом у сильной половины дома Романовых. Ей все дарили драгоценности. Эта женщина стала богаче самого Креза. Так странно. Теперь ни Романовых, ни Кшесинской, а эта красота осталась. Алло,
Семен? Здравствуйте, Семен. Это Рифкин Соломон Маркович. Спасибо, не дождетесь. Семен, я хочу в стразы. Но не тот мусор, что держат в Москве за стразы, а стразы. Вы меня понимаете? Здравствуйте. А у вас тут Гарик работает, экскурсоводом. Зачем он тебе? Так экскурсию организовать по Москве. Ну, для училища он обещал. В баре он, на первом этаже. Он туда, видишь? А, спасибо. Чего хотел? Горину насчет экскурсии. Гарик, привет. Привет. Мне швейцар сказал, что здесь, ну и вот. А, курсант. Слушай, ты прям Шерлок Холмс. Ага. Я за фотографиями. Ты искал где-то через недельку. Слушай, брат, прости, не напечатал. Вот замотался, не напечатал. Ну, все будет, все будет. Давай, ты садись. Нет, у меня увольнительный только до 20:00. Так времени полно, давай садись, поешь, поешь, поешь. Ну, как поживаешь? Где ты учишься-то? А, Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск. О, круто. И как? Ничего, сессия на носу. Преподы звери. А, понятно. Откуда только люди джинсы берут? А ты что, джинсами интересуешься? Да не, я не для себя, просто... Ребята со старшего курса рассказывали, как они одному преподу джинсы достали и подарили. А он им за это ни одного невода не поставил. Мы бы с ребятами тоже скинулись. Хм. А ты соображаешь. И сколько там у вас этих преподов? В смысле? Ну, в этом вашем институте. В училище. Ну, человек 100. Ничего себе, это у каждого препода по жене, там еще дети, родственники. Нет, богатая клиентура. Ты о чем? Я о том, что нравишься ты мне. Леня. Да, Леонид. Я тебя, Леонид, сведу с правильными товарищами. Будут тебе и джинсы, и все, что захочешь. Правда? Ну, конечно. Конечно. Будем с тебя чайку делать. Пока вон. Поешь. Ее зовут Марина Широкова. Русская. Внучка белогвардейского генерала. Он драпал из Крыма с Франклином. А сел в Париже. Всю жизнь был ярым антисоветчиком. А яблоко от яблоньки недалеко падает. Ну, зачем же ее тогда пустили в Союз? Руководству лучше знать, кого пускать, а кого не пускать. Широкова приехала по линии профсоюзов. Тут вопрос деликатный. Ты в шахматы играешь? Ну, немного, как все. Ты как все. А вот Воскресенский, знаешь такого? Он у нас гроссмейстер. Один из лучших шахматистов мира. Это Широкова за ним охотится. Подцепила на турнире во Франции, теперь изображает любовь и подбивает эмигрировать. А эмиграция это значит что?
Ущерб международному престижу и спортивной мощи страны. Верно мыслишь, майор. Большой ущерб. Теперь смотри. Чемпион мира сейчас наш Карпов. За океаном спят и видят, чтобы невозвращенец Корчной его обыграл. Если Воскресенский уедет на Запад, тренировать Корчного будет он. Да пусть хоть 100 лет тренирует. Карпова обыграть невозможно. Это не нам решать. Наше дело выполнять задачу, которую поставили товарищ Брежнев и товарищ Андропов. Гроссмейстер Воскресенский должен остаться в Советском Союзе. Ясно? Ксения Романовна. Соломон Маркович, а я думала, вы позже уезжаете, у вас же ночной рейс. Хотела забежать, лично попрощаться. Мне до аэропорта нужно еще в пару мест заглянуть. Я там оставил вам у коридорной небольшой шалахмонос. Простите, сувенирчик. Ну зачем? Не обижайте старика. Всех благ. Спасибо. До свидания. До свидания. Виктор Васильевич. О, добрый вечер. Добрый вечер. Простите, Виктор Васильевич, когда начинать? Гости рассядутся, я скажу. Да, хорошо. Вызовите.
Чертов еврей. Мало того, что он нам с Раидой одинаковые серьги сделал, так он еще и этой девке такие же сляпал. Баскакова и Зорка дел? Ну да. Откуда у нее интересные деньги на Фаберже? У нас для этого и специально обученные люди. Они поинтересуются. Ну-ну. Искра Ефимовна. Ты сбила. Я вас потеряла. У вас в кабинете связиста опять городской барахлит. Да, опять. Ну, как прием? Не волнуйтесь, все в порядке. Гости уже разъезжаются. Подпишите накладную. Что это за Эрмитаж у тебя в ушах, а? Это подарок. Подарок. Ты поосторожнее с такими подарками. С тебя, как с моего зама, теперь двойной спрос. И вообще, скромнее надо быть. Ты же на работе. Да я все понимаю, Искра Ефимовна. У меня за 10 минут до банкета сережка сломалась. Что мне было делать? Протокол мероприятия. Куда я с пустыми ушами? Ну, а все у тебя есть оправдание. Везде причины и все уважительные. А? Ладно, иди одевайся, отброшу тебя до дома. Я быстро. Давай, давай. Как в овечку прикидывался, а в самой в ушах целое состояние. Спрашивается, откуда? Разберемся. Слушаю вас. Куда направляются? Поняла. Этого еще не хватало. Гражданка Баскакова. Хватит курить. Домой. Побыстрее. Ксения Романовна, это ваши драгоценности? Это ювелирные изделия. Хорошо. Пусть так. Ваши? Мои. Откуда у простой советской служащей такие дорогие, редкие украшения? Это подарок. Чей? Кто вам их подарил? Имя, фамилия? Этого я сказать не могу. Не можете или не хотите? Неправильно вы себя ведете, гражданка Баскакова. Совершенно неправильно. А чем вы здесь посторонние? Ваши документы. Будьте добры. Девятое управление? Капитан Востряков. И что у вас тут происходит, товарищ капитан? Проверяем сигнал. А гражданка себе срок активно добавляет. Не хочет сотрудничать со следствием. И что конкретно она отказывается вам сообщить? Я спрашивал о происхождении драгоценности. Подождите в коридоре, пожалуйста. Простите.
Вас как вы работаете с иностранными делегациями, руководителями партии и правительства? Уровень допуска к секретной информации соответствующий. У вас такой допуск есть? Допустим, нет. Что это меняет? Как вы думаете, имеет ли она право разглашать секретную информацию тому, у кого допуска нет? Я вынужден приостановить следственные действия. Это по какому праву? Объект курирует комитет, вы это прекрасно знаете. В объекте произошло ЧП. И чтобы в нем объективно разобраться, нужна объективная информация. Самостоятельно вы ее получить не можете, потому что я не могу вам позволить этого без должного согласования. Присаживайтесь, капитан, присаживайтесь. Не для протокола. Ты ведь не думал, что тебе тут на блюдечке с голубой каемочкой выложат готовое дело и майорские звезды? Мне нужен час-полтора. Соломон Маркович, прошу вас, пройдемте с нами. Я арестован? Ксения не имеет права рассказывать ни о вас, ни о причинах вашего проживания в гостинице. Ей остается только молчать, пока БХСС будет выяснять, за что и от кого она получила взятку в виде дорогостоящих ювелирных украшений. Вы понимаете? Я все понимаю. Только я вас прошу, не гоните как ненормальный. Я, конечно, дико извиняюсь, но я старый человек. Я привык жить. Здравствуйте вам. Соломон Маркович? Да, это опять я. Да, заварили вы кашу. Молодой человек, мне очень много лет, и у меня очень мало радости. Но сделать подарок интересной женщине, это я еще в состоянии. А попроще ничего нельзя было придумать? Драгоценности, это, знаете ли... Говорите попроще. В 25-м году меня делегировали на Всемирную выставку в Париже. Знаете, кого я там встретил? Никогда не догадаетесь. Саму Коко Шанель. Она тогда сказала: люди с хорошим вкусом носят бижутерию, а все остальные – золото. Так вот, молодой человек, то, что вы держите за золото, это позолоченное серебро со стразами. И сделано оно вот этими руками. Бижутерия, не бижутерия, все равно. Дорогая. Я, может быть, в Москве последний раз в жизни. И мне, может быть, последний раз в жизни понравилась женщина. Так что вы думаете? Я стану ей дарить дешевку? Молодой человек, уже совсем поздно, а вы кое-что говорили за номер в этой гостинице. Надеюсь, это была не шутка? Номер ждет, Соломон Маркович. А я тебе говорила, скромнее надо быть. Зачем подставляться? Мы должны быть безупречны. Ясно? Конечно. Да. Тут девушка к вам. Здрасте, Искра Ефимовна. Проходи, проходи.
Знакомьтесь, Вика Столярова. К нам на стажировку. Вика, очень приятно. Ксения Романовна. Это моя протеже, племянница. Закончила Ильяс в Тамбове и вот прибыла в Москву. Покорять, так сказать, столицу нашей родины. А где ее еще покорять, как не у нас? Да, Ксения Романовна? Ну, в общем, так. Вверяю ее в ваши надежные руки. И только не нянькаться с ней, а так, построже. Потому что что? Тяжело в учении, легко в бою. Правильно. Помнишь, чему я тебя учила. Ну, ладно, девушки, больше не задерживай. Да, кстати, по поводу вчерашнего. Объяснительную мне на стол. И сегодня же. А вот теперь все. Идите. Алло? Да. Вещи можете повесить в шкаф. Как у вас тут уютно, Ксения Романовна. Тепло. Даже не верится, что на улице -25. Зима такая злая в этом году, просто жуть. Я пока на остановке стояла, закоченела вся. До гостиницы пришлось чуть ли не бегом бежать. Одеваться нужно теплее. Для нас больничная — это ЧП. С чего мне начать? Для начала умойтесь. В каком смысле? В самом прямом. Ваше лицо — это лицо гостиницы. А для иностранцев еще и лицо страны. Если вас увидят с такими стрелками, могут подумать, что вы... Одним словом, смойте хорошенько все, что вы там нарисовали. Заселился еще? Нет. Я умылась. Плакали вы зря. Если обиделись... Я не обиделась. Если обиделись, то совершенно напрасно. Все, что я вам сказала, останется между нами. А если вам сделает замечание кто-нибудь из гостей или руководство, вас уволят в ту же минуту. Я понимаю. Ксения Романовна, а правда, что здесь коридоры 8 километров? Мне капитан Ракитин сказал. Не знаю, не измерял. Но ходить по этим коридорам вам придется довольно много. Иногда за день наматываем десятки километров. Итак. Сегодня приезжает делегация французских профсоюзов. Это очень ответственный визит. Вы готовы? Угу. Пойдемте. Здесь у нас основная инфраструктура, стойка регистрации, паспортный стол, валютная касса, магазин «Березка». Вы пока осмотритесь, а я подойду через минуту. Угу. Здравствуйте, милая барышня. А, давайте знакомиться. Я Горин Игорь Викторович. А вас как зовут? Вика. Виктория Столярова. Да вы так не волнуйтесь, Вика Виктория. Я здесь работаю. Я гид. Занимаюсь самыми важными группами из западного корпуса. Вожу экскурсии. А вы новенькая, да? Я стажер Ксения Романовна. О, ну тогда вы в надежных руках. А вы уже выучили экскурсионные маршруты? Маршруты нет, пока не выучила. Ай-яй-яй. Ну что же вы будете предлагать гостям?
как вы будете составлять расписание для делегации. Я уверен, что это будет первая работа, которая поручит вам, Ксения Романовна. Я выучу обязательно. Вы знаете, я предлагаю вам свою дружескую помощь. Давайте встретимся сегодня вечером в ресторане, там, на первом этаже. Вы свободны. Ну, время часиков 8. Виктор, вы так не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Мое предложение нет ничего предусудительного. Все мы здесь начинали, всем нам было очень непросто. Именно поэтому здесь практикуется взаимовыручка. И потом, кроме меня, вам никто так хорошо про экскурсионные маршруты не расскажет. Ладно, признаюсь. У меня есть личная заинтересованность. В конце концов, нам придется с вами работать в ближайшем будущем. Ну как, я развеял ваши сомнения? Развеяли. Я обязательно приду. Привет. Привет. Вика, я просила вас осмотреться, а не вступать в разговоры. Я осмотрелась и не вступала. Игорь Викторович... Он... Для друзей просто Гарик. Знаете что, просто Гарик? Нам нужно работать. У нас здесь не очень приветствуется чрезмерная общительность. Игорь Викторович просто спросил... Запомните, вам следует отвечать только на те вопросы, которые касаются непосредственно вашей работы. И то хорошо подумав. Ждете французов? Мадемуазель, мадам, месье, от имени гостиницы «Россия» позвольте приветствовать вас в столице Советского Союза, городе-герое Москве. Меня зовут Ксения, и по любым вопросам, касающимся вашего пребывания, прошу обращаться ко мне. По любым? А если я пожелаю, к примеру, мужской стриптиз? В нашей с вами программе такое мероприятие отсутствует. Но я постараюсь придумать, как вам помочь. Прошу. Наша главная задача – сделать так, чтобы гостям было максимально комфортно. Забудьте всякие «не знаю», «не могу» и вообще слово «нет» вычеркните из вашего лексикона. Наизнанку нужно вывернуться, но сделать так, чтобы удовлетворить все пожелания гостей. А почему туристы смеялись? О чем она вас спросила? Хотела посмотреть мужской стриптиз. Вот это да. И как вы собираетесь выкручиваться? Пока не знаю, что бы вы сделали на моем месте. Неприятная особа. Виктория. Même pas mettre une puce comme il faut. Странные они какие-то, честное слово. Каждый раз одно и то же. Упрочению мира во всем мире и в связи с 70-летием со дня рождения. Гуляете, товарищ курсант? Так точно, товарищ майор. Поощрен увольнением за отличные успехи в боевой политической подготовке. Отличные, значит.
МВК, УД и В. Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск. А, бывшая гражданская оборона. Мы не сеем и не пашем, наша доля нелегка, да? С колокольни шапкой машем, разгоняем облака. Так точно, товарищ майор. Облака разгоняем, чтобы вам легче леталось. Молодец, соображаешь. Можете следовать, товарищ курсант. Привет. Здорово. Вот пришел, как обещал. Мы с ребятами на джинсы преподами собирали. Ну что ли? В конце коридора идешь, поднимаешься на пятый этаж, не привлекая к себе внимания. Понял, я за тобой. Хорошо. Ну чего, вечером в ресторане? Договорились. Договорились. Тебя никто не видел, ни одна живая душа. Я не знаю, в каком номере она живет, но у вас же есть записи, посмотрите. Марина Широкова, она находится здесь, в составе делегации французских профсоюзов. Гражданин, вы что, хотите жить в номере с иностранкой? Марина Широкова, моя невеста. Вы мне звонили? Пожалуйста, не задерживайтесь. Какие-то проблемы? Я специально прилетел из Ленинграда. Я вас понимаю, Борис Васильевич. Но, к сожалению, даже для вас мы не можем сделать исключение. Почему? Потому что делегаты живут в западном корпусе. Это же не частный визит. И что? Если бы госпожа Широкова приехала одна, можно было что-то придумать. А так, все, что мы можем для вас сделать, это дать вам одноместный номер в северном корпусе. Вы издеваетесь? Здравствуй, мой дорогой. Здравствуй. Здравствуй. Меня после дежурства номер не пускают. Говорят, Лена не ушла. Кто? Вот эта милая женщина. Послушайте, добрый день. Дело в том, что мы с Борей жених и невеста. Я не понимаю, почему в гостиницах других стран нас селят без вопросов вместе, а здесь у вас все время проблемы? Видимо, в гостиницах других стран действуют другие правила. К тому же есть определенные нормы безопасности для членов делегации. Вика, позовите, пожалуйста, Ракитина. Сейчас наш сотрудник подойдет и все вам объяснит. Меня не интересуют никакие объяснения. Я не понимаю, если нельзя Бориса подселить ко мне, так давайте меня подселим к Борису. Действительно. В номере постороннего мужчины вы можете находиться только с 8 утра до 11 вечера. Вы же слышали, мы жених и невеста. Советским гражданам требуется разрешение на брак с иностранцами. У вас оно есть? Да, оно у нас будет со дня на день. Госпожа Широкова, я готова первая вас поздравить и предоставить вам номер на двоих. А пока вынуждены действовать по правилам внутреннего распорядка. Товарищ Ракитин, он отвечает за безопасность вашей делегации. Может быть, в порядке исключения он разрешит выписать пропуск Борису Васильевичу в западный корпус. С 8 утра до 11 вечера. И только под вашу личную ответственность. Благодарю вас. Сами видите, это единственное, что мы можем сделать в такой ситуации. Да это просто совок. Перестань. Совок. Ну, вам спасибо. Оформляйте нас. Черти что. Мы себе оформляемся. Пойдем. Боюсь, это надолго. Да, силен шахматист.
Давай твой ход. Аппетита желать не буду, вижу, он у тебя и так отменный. Действительно, не жалуюсь. Может, мы снова на «ты», я что, прощен? Конечно, прощен давно. И забыт тоже давно. И поскольку у нас сугубо рабочие отношения, очень тебя прошу, не трать свое всем известное профессиональное обаяние на мою новую помощницу. Какую помощницу? А, на эту Вику Викторию? Хорошенькая. Несмышленая. Она мой стажер, и поэтому под моей защитой. Прошу тебя, пройди мимо. Тебе же не нужен открытый конфликт со мной. Баскакова, что ты бесишься, а? Ну, не получилось у нас с тобой. Жили, были, разбежались. Я же тебе ничего не обещал, детей не делал. Гарик! А ты что делаешь? Я же с тобой попрощался. Да просто походил, посмотрел. Интересно же, столько всего. Ксения Романовна. Макаренко? Вы что, знакомы, что ли? Конечно. Ксения Романовна моей классной руководительницей была. Ну, это не гостиница, это какой-то дом свиданий. Макаренко, что ты здесь делаешь? Да ничего. Просто Гарику приходил по делу. По делу. Макаренко, гостиница «Россия» — это не место для твоих деловых встреч с Гариками. Чтобы духу твоего здесь не было. Исчезни сию секунду, или мне милицию вызвать? Боря, ты же прорва какая-то, черная дыра. Ой, откуда столько пафоса у такой сдержанной особы, как ты? Ксения, давай договоримся. Ты меня не трогаешь, я не трогаю тебя и твою эту помощницу. Давай сохраним все в рамках цивилизованных отношений, м? Что там у тебя болтается? Ты не догадываешься? Ведь вы все дремучие. КГБ вас слушает в открытую, а вам хоть бы что? Ты думаешь, что это микрофон? Это датчик дыма. Пожарная сигнализация. Соображает. Гроссмейстер. А что ты будешь делать, пока я на экскурсиях? А то нам такую программу придумали, не продохнешь. И убежать отовсюду не получится. Да, скучать не буду. Что? Буду. Буду работать над книгой. Надо внести правки. Вагон работы. Ну хорошо, хоть по бабам не будешь шляться. Что? Я по бабам? Это ты хочешь себя нараспашку, мужики свиньи пускают. Тебе что, нравится, как я выгляжу? Да, мне не нравится, как ты выглядишь. Иногда похоже на гуляющую девку. Что да, ты думаешь, что ты говоришь? А ну вали отсюда! Да. Пожалуй, пойду. Подожду, пока ты осознаешь смысл мной сказанного. Боря! Если ты мне когда-нибудь изменишь, я тебя убью. Понятно? Без всяких смыслов. Да? Входите! Борис Васильевич, добрый вечер. Майор Берзин. Я могу войти? Входите. Чем обязан?
Я по поводу письма. В Ленинграде мои коллеги вам звонили. Да? Я достаточно внятно и подробно изложил свою позицию. Борис Васильевич, надо подписать. Лучшие шахматисты страны клеймят позором бывшего гроссмейстера и невозвращенца Корчнова, который изменил нашим идеалам и стал врагом Советскому Союзу. Некрасиво получается. Все осуждают, а вы в стороне. Ну, во-первых, Корчной не бывший. Звание гроссмейстера вы его лишить не можете. Во-вторых, насколько мне известно, Ботвинник тоже не подписал ваше письмо. Ваше письмо? Мы только сформулировали мысль, а письмо ваше. Шахматная общественность. Борис Васильевич, вы же умный человек. Очень умный. Понимаете, что это в ваших же интересах? Нет. Не понимаю. Зачем так усложнять себе жизнь? А прошение вашей невесты о браке находится на рассмотрении. Если товарищ Брежнев узнает, что вы саботируете важную государственную инициативу... Леонид Ильич никогда не опустится до мелкого шантажа и не будет ставить свое решение в зависимости от того, подпишу я там какую-нибудь бумажку или нет. Или вы другого мнения о товарище Брежневе? Конечно же, нет. Я просто хочу, чтобы вы подумали. Я здесь черкану вам свой телефончик. Зовут меня Берзень Янис Эдуардович. Так что звоните, если что. Будьте добры, соедините меня с номером 733. Это номер Марины Широковой. Прощай, от всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай, ничего. Добрый вечер. Хотите присесть за столик? Я... нет. У меня здесь назначена встреча с Игорем Викторовичем Угориным. Деловая. С Игорем Викторовичем? А, буквально полчаса назад он попрощался и ушел из гостиницы. А, скорее всего, вы перепутали время встречи. Игорь Викторович обычно, но очень пунктуален с прекрасными молодыми девушками. Подонки. Они тебя шантажируют, руки тебя выкручивают. А ты? Так и будешь перед ними лебезить? Боря, ты великий шахматист. Великий! Сколько ты турниров для них выиграл? И что в ответ? Эти дегенераты обращаются с тобой, как с прислугой. Вытирают об тебя ноги. И что дальше? Боря, ты в прекрасной форме, но тебе уже 40. Тебя будут вытеснять молодые, такие как Карпов, например, и ставку будут делать на них. А тебя будут отодвигать в сторону все дальше и дальше и дальше. Ну сколько ты так продержишься? 3 года? 5 лет? Что ты ему хочешь сказать? Я не хочу, я говорю тебе прямо. Надо срочно валить из этой страны. У нас ты сможешь играть сколько и когда тебе вздумается. А здесь к тебе даже в постель залезают. Можно только до 11, и все. Ну вот что я тебе говорила. Добрый вечер. Что вам нужно?
Я вынуждена попросить Бориса Васильевича покинуть номер. А если он не покинет номер? Мне бы этого очень не хотелось. Пропуск выписан под мою ответственность. Не переживайте так, я уже иду. Спокойной ночи. Выспись. Вы! Да, вы. Вы же здесь за все отвечаете? Конечно. У меня в номере что-то с датчиками. Давайте посмотрим. Сон на новом месте, присни жених невесте. Так моя бабушка говорила. А ты? А, я писал всю ночь. Потом свалился часов в 7. Надо же как-то деньги зарабатывать. На рестораны. Так, чем кормят? Я бы посоветовал овсяную кашу или яичницу. Доброе утро, Борис Васильевич. Приятного аппетита. Это он. Угу. С утра пораньше настроение испортил. Мерси. Да, не. Книгу я закончил. Ну, почти. Осталось только перепечатать, отвезти его в издательство. Они сказали, что деньги дадут сразу. Это же хорошо. Да, но у нас ты бы уже давно миллионером стал. Это ты переборщила. Ты же знаешь, деньги у меня... Станешь как миленький. Я прослежу. Мне пора. А, подожди, ну, вечером же мы загуляем. Загуляем. Ты даже мертвого говоришь. Ключик мой, будьте добры. Вы знаете, тут такая неприятность вышла. Какая неприятность? Ну как? Объясните мне, как эта идиотка могла здесь все разлить? А почему вы оскорбляете? Я оскорбляю? Вы мне полгода работы угробили, я оскорбляю? У нее бутылка с моющим средством перевернулась. На каждую страничку аккуратно так перевернулась? Вы издеваетесь? Ксения Романовна, ну почему мы должны заниматься Воскресенским? Он даже не в нашем корпусе. И вообще, дебоширы — это проблема милиции. Вот именно. Милиция Бориса Васильевича быстренько оформит, а потом вернется Марина Широкова. И проблемы начнутся уже у нас. На Западе раздует скандал про всемирно известного гроссмейстера в застенках. Вы не шутите? Такое правда может быть? Не может. Как оскорблял, что? Слова обидные так и писать? Я же ясно сказал, со всеми подробностями, от начала до конца. О, Ксения Романовна, какими судьбами? Федор Иванович, мы насчет товарища Воскресенского. Ага. А гражданин Воскресенский у нас, похоже, по 206 статье пойдет. Ну, конечно. А может, и по 112-й. А что это значит? 206-я – хулиганство. 112-я – нанесение легких телесных повреждений. Это кто же у нас такой знаток УК РСФСР? Ксения Романовна, это ваши сотрудники? Капитан Ракитин, 9-е управление КГБ. Простите, не знал. Ну что ж, как видите, товарищ, приходится самому лично вникать. Гражданин Воскресенский
совершил умышленное действие, грубо нарушающее общественный порядок и выражающее явное неуважение к обществу, в грубой форме оскорблял сотрудницу гостиницы, вел себя неадекватно, бросал в лицо грязную бумагу. Но вы же понимаете, что все это подстроено? Уничтожили мою работу. Полгода коту под хвост. Вот, видите? Казалось бы, интеллигентный человек. Знаменитый шахматист. Стыдно, товарищ. Федор Иванович, дайте, пожалуйста, товарищу Воскресенскому ручку и бумагу. Зачем? Чтобы он тоже мог написать заявление о моральном и материальном ущербе, который ему нанесли сотрудники гостиницы. Борис Васильевич погорячился, но его понять можно. Вы ведь, наверное, не спали всю ночь? Не спал. Вот видите, и наша сотрудница была неправа. Оба были неправы. Что вы предлагаете, Ксения Романовна? Они принесут друг другу извинения и будем считать, что инцидент исчерпан. Так мне это заявление писать? Боря, это я. Что случилось? Эти твари уничтожили мою работу. Как это произошло? Горничная разлила на них какую-то дрянь. Так надо было устроить скандал. Ты думаешь, я молчал? Я им высказал все, что думаю. Они вызвали милицию. Грозили посадить на 15 суток за дебош. Баскакова из оргодела вмешалась, дело как-то замяли. Да они все здесь заодно. Боря, чекисты начали травлю против тебя. Похоже на то. Я этого так не оставлю. Я сделаю все, чтобы это попало на страницы европейских газет. Слышишь, Боря, мы вытащим тебя из этой проклятой страны. Воскресенский отказался подписать письмо против Корчнова. Так. Я хотел поднадавить, но капитан из 9-го управления полез разбираться и все смазал. Можно как-то повлиять, чтобы девятка не путалась под ногами? А сам что же, не в состоянии повлиять? Виноват, разберусь. Еще Широков сказал шахматисту, что их президент обратился к товарищу Брежневу за разрешением на их брак. Ну, это правда. По дипломатическому протоколу Леонид Ильич должен дать ответ в течение 10 дней. Товарищ генерал, есть мысль, как развести Воскресенского с Широковой? Ну? Они оба очень ревнивы. Можем на этом сыграть. Организовать очевидные признаки измены. Причем самыми постыдными доказательствами. И разрешение на брак им уже не понадобится. Thank you.
Зря вы сюда пришли. Настроения нет. Да вот именно этого они и добиваются. А мы им назло будем кутить. Пойдем. Денег у меня нет. За гонораром-то я пролетел. А я угощаю. Отдашь, когда твою книгу напечатают во Франции. Ну, а девушка. Спасибо. Приятного вечера. Как там наши голубки? В ресторане. Удивляюсь их жизнелюбию. Это товарищи из лаборатории. Значит так, отведете специалистов в номер и проследите, чтобы им никто не мешал. Еще Воскресенский и Широкова должны пробыть в ресторане не менее 2 часов. Действуйте. Вам просили передать. Для гроссмейстера Воскресенского. Кто просил? Армянский товарищ и вон из-за того столика. Да, Ракитин, здорово ты мне подпортил операцию, вытащив Воскресенского из обезьянника. А мне ведь нужно было, чтобы он там посидел подольше, да подумал получше. Я действовал. Я знаю, знаю. Знаю, ты действовал по инструкции. Предотвращал международный скандал. Но тебе ли не знать, капитан, что наши цели бывают большими. И еще большими, чем большие. Так же, как приказы, которые мы с тобой выполняем. Короче, операция продолжается. Могу я узнать, а в чем суть операции? Нет. Одно только могу сказать. Гроссмейстер Воскресенский должен оставаться в СССР и приносить пользу своей стране, а не жениться на какой-то там белогвардейской шлюхе. Вот это наша с тобой задача. Так что забудь на время и о Широковой, и о Воскресенском. Понятно? Как говорит Райкин, ты меня уважаешь, я тебя уважаю. Мы с тобой уважаемые люди. Во всем мире вас уважают за то, как вы играете. Поэтому разрешите поднять этот маленький бокал, но с большим чувством уважения к вам. Спасибо. К вам и вашей королеве. Мариночка. Спасибо. А сейчас, по просьбе наших гостей из солнечного Еревана, для уважаемого Бориса Воскресенского и его очаровательной невесты прозвучит следующая песня. На тебе сошелся клином белый свет. Дождей пройдет над миром 100 порож. 100 дождей пройдет над миром 100 порож. 100 дождей пройдет над миром 100 порож. И однажды ты услышишь и придешь. Янис Эдуардович, мы закончили. Постельное белье обработали? Так точно. И постельное, и нижнее белье, и полотенце. Порядок в комнате восстановлен, следов нет. Все свободно.
Капитан Ракитин, в номере Широкого что-то происходит. Я только что видела, там майора Берзни и еще каких-то людей. Они обрабатывали чем-то ее личные вещи, постельное белье. В чем дело? Ксения Романовна, я не собираюсь ничего объяснять. Майор, как и я, здесь не отдыхает, а работает. И, возможно, то, что вы слышали и видели, часть его работы, в которую ни вы, ни я не имеем права вмешиваться. То есть вы хотите сказать, что я имею все основания полагать, что действия работников комитета нарушают права иностранной туристки, которая проживает в гостинице, должна не вмешиваться и сделать вид, что ничего не видела и не слышала? Именно так вы и должны поступить. Понятно. Но я поступлю иначе. Какая женщина? Ты самый умный. Она самая красивая. Я считаю, это тост. Точно. Происходит. Госпожа Широкова, в вашем номере произошла сантехническая авария. Видимо, был поврежден вентиль терморегулятора на батарее. А вы здесь что делаете? А я отвечаю за вашу безопасность. Сантехникам пришлось скрывать номер. От имени гостиницы России я приношу вам свои глубочайшие извинения. Мы немедленно переселим вас в другой номер и возместим нанесенный аварией ущерб. А что случилось? Авария. Вентиль сорвало. Какие интересные совпадения. Сначала залили мою рукопись, теперь вещи Марины. Вам не кажется это странным, Янис Эдуардович? Нас с Борисом здесь преследуют. И мотивы травли явно политические. Я завтра же сообщу об этом в свое посольство. А они уж, будьте уверены, информируют об этом иностранную прессу. Слава богу, что все это закончилось. Закончилось? Да нет, Ксения, теперь только все начнется. Мы с вами сорвали операцию сотрудников КГБ. А я ни капельки не жалею. Если бы мы этого не сделали, мы бы стали соучастниками грязной и подлой истории. Ну и что, что Широкова думает о нас так же, как о Берзине? Она даже не подозревает, что могло случиться с ней и ее женихом, если бы не загубили ее дорогущие вещи. В работе органов главные интересы государства. Они порой намного важнее личных интересов. А вы повели себя импульсивно. И я вынужден был вмешаться, чтобы предотвратить крупный международный скандал. И теперь для нас обоих это может обернуться серьезными последствиями. А я готова ответить за то, что считаю правильным. Никому и ничего вы отвечать не будете. Завтра с утра дадите подписку о неразглашении всего того, что вы видели и слышали. Произошел неприятный, но вполне штатный инцидент. Поломка теплооборудования в номере. Вот и все. Подвести вас? Нет, спасибо.
Ну что, Янис Эдуардович, операцию по Воскресенскому ты, можно сказать, блистательно провалил. Широкого такую бучу подняла, что Леонид Ильич, чтобы не портить отношения с Жескар Дестеном, вынужден был досрочно подписать это злополучное разрешение на брак. А как же можно было не провалить-то, если свои же палки в колеса вставляют? Я предупреждал по-хорошему этого капитана из девятки. Видимо, по-хорошему они не понимают. Знаешь, майор, плохому игроку всегда что-то мешает. То мяч кривобокий, то между ног что-то жмет. А тебе, я думаю, не между ног. Тебе погоны твои поджимают. Так ведь я могу тебя освободить от этой ноши. Хочешь? Никак нет. Девятка утверждает, что капитан вынужден был вмешаться, чтобы предотвратить скандал. Твоих людей полгостиницы наблюдало. Как входили и как выходили с твоими венерическими посевами. Какая половина гостиницы? Операция проходила в условиях полной секретности. Задействованы были только свои люди. Трое человек подписали неразглашение. Он, этот капитан Ракитин, еле успел перехватить работницу гостиницы, которая уже шла предупредить Широкову. И теперь девятка на коне, а мы, дорогой мой, благодаря твоей полной секретности, в дерьме. Сейчас наша задача не допустить провала операции с Демартини. Итальянский коммунист. Заявка на ПМЖ в Италии? Да. За 30 лет жизни в Союзе он собрал уникальную коллекцию картин русского авангарда. Надо проследить, чтобы он ее с собой не прихватил. Эти картины представляют большой личный интерес. Если эта коллекция останется здесь, провал операции по Воскресенскому попробую замять. Я вас понял, товарищ генерал. Идите. Насчет сантехники вы не сомневайтесь, Ирина Иосифовна. Вы югославскую берите. Надежность, качество. А может, лучше итальянскую? Ну, а кто ее чинить будет, если что? А с этой вам мастеров в любой момент доставлю. Они у меня натасканные. В западном корпусе во всех номерах югославская сантехника стоит. Кстати, о западном корпусе. У нас приказ вывесили. Баскакову назначили первым замом начальника орготдела. Какую Баскакову? Ну, это та Баскакова, которая с Фаберже. Эту дрянь, которая меня с серьгами подставила? Да у меня муж потом полночи скандалил из-за этого ювелира, которому я, видишь ли, без спроса поехала. И это он мне все назло. Ишь, мокрица пронырливая. Нет, это не мой. Не посмел бы. Это все Гриша. Он ее толкает. Лишь бы Владимиру Федоровичу насолить. Гостиница на балансе мозга располкома. А распоряжается всем кто? Вот именно. Ну, ничего. Баскакову эту как выдвинули, так и задвинут. Чего ты головой трясешь, как мерин стойли? Ты ж, помнится, сам в этот орготдел хотел. А ведь, если что, ее и в начальники поднимут из замов-то, а? А тебе дырка от бублика. Ну так покрутись, насобирай на нее что-нибудь. Идеальных-то поди не бывает. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день, слушаю вас. А вы не подскажете, как я могу Ксению Романовну увидеть? Баскакову. К какому вопросу? По личному. По личному? Она не просто учительница. У нас в нее в классе все были влюблены. Она про писателей рассказывала, знаете, не как в учебнике, а как про знакомых своих. Опять ты, Макаренко?
Ксения Романовна, нам нужно с вами поговорить. Это вы его привели? Утверждает, что ваш любимый ученик. Ладно, Макаренко, пойдем поговорим по дороге. Вика, подготовьтесь, пожалуйста, к встрече болгарской группы. 18 человек от Союза молодежи. Их нужно расселить по двухместным номерам и накормить завтраком. В ресторане я договорилась, уже накрывают. До свидания. До свидания. Ксения Романовна, я специально к вам пришел, а то так получилось. Макаренко, я, конечно, очень рада тебя видеть. Но мне кажется, ты в гостиницу по какому-то другому поводу зачистил. Скажи честно, у тебя какие-то дела с Гариком? Да нет, никаких особых дел. Он мне просто фотографии обещал распечатать. Мы вообще случайно познакомились. Леня, Гарик никогда ни с кем случайно не знакомится, поверь мне. У вас, наверное, какие-то нелады с Гариком по работе. Леня, у меня нет никаких неладов с Гариком. Ну, подумай своей головой, Макаренко. Тебе доучиться осталось всего ничего. А с Гариком ты в такую историю вляпаешься, что в лучшем случае из училища вышибут. Ты понял меня, Макаренко? Угу. Ладно. Забегай как-нибудь в гости. Расскажешь, как там твои одноклассники. Я пойду. Иди. До свидания. Пока. Ксения Романовна, ну, наконец-то! Наконец-то я могу вас поздравить лично, от всего сердца. Ну, кому как не вам эта должность? Молодой член партии, лучшая сотрудница отдела. Вы наша гордость. Спасибо, Андрей Дорогатанович. Теперь, Ксения Романовна, у вас начнется совершенно другая жизнь. Сплошное везение. Можете мне поверить. Андрей Дормидонтович, вашими бустами да мед пить. Спасибо еще раз, и побегу, а то дело не в проворот. Товарищ турист, выходим. До свидания. До свидания. До свидания. Счастливо. Здорово, тетя. Ну что, пошли? Не могу, там Ксения Романовна. Понятно. Гарик, нам бы поговорить. Поговорить? Я сейчас, товарищ. Мы пойдем поговорим. Ну что, Ксения Романовна, власть советская пришла, жизнь по-новому пошла. Все уже успели поздравить? Ну да. Хазов уже на всю гостиницу растрезвонил. Ну, само собой. Дормидонтович в таких делах у нас первый. Подбирается поближе, чтобы ловчее укусить. Ой, Ксения, тебя сейчас так любить все будут. Должности твои завидовать, деньги твои считать, но ты не обращай внимания. Вот, ознакомься с приказом и распишись. Приказ ДСП. Для нашего с тобой служебного пользования. Ты теперь, как мой зам, имеешь совершенно другой уровень допуска к информации. Объясняю. Бывают ситуации, когда ты обязана подчиняться приказам уполномоченного офицера КГБ. А что это значит? Это значит, что ты временно поступаешь в его полное распоряжение. Что ты смотришь? Обязанность каждого советского гражданина содействовать работе органов. Ксения, читай и подписывай внизу. С приказом ознакомлено. Вот. Молодец. Как Вика? Осваивается. Угу. Уже группа встречает самостоятельно, может обед организовать, рассказать гостям о маршрутах экскурсии, языки на хорошем уровне, все хорошо. Молодец. А что у нас дальше по плану стажировки? Дальше по плану спецзаказ. Ага. Но, может быть, обойтись без него? Я ей объясню, что и как. Мне кажется, что она и без проверки все прекрасно поймет. Нет. Ты мне девку не порть. Нас с тобой рядом не окажется. Кто и соломку подстелит? Желающих, сама понимаешь, не отыщется. Так что никаких послаблений. Но то, что она не чужой нам человек, тоже не надо забывать.
Устрой так, чтобы все свои были. Это на всякий случай, понимаешь? Mm-hmm. Секунду. Алло. Да, Сергей Петрович. Ну, конечно. Лично встречу. Значит, ты считаешь, что я тебя использую? Ай-яй-яй, бедный мальчик. А ты меня не используешь? Ты за счет моих возможностей решаешь свои проблемы. Отношения с начальством, сессия. Как это называется? Не знаю. А я тебе скажу, Леня. Это называется деловое партнерство. Все, едем дальше. В твоем училище уже очередь за джинсами. Это ты, конечно, можешь прийти и сказать: извини, товарищи офицера, лом штанов не будет. Но я после этого, Леня, посмотрю, как ты доживешь до выпуска. Хочешь попробовать? Нет. Правильно, Леня. Правильно. Ты лаве собрал? Я уже всю сумму за джинсы отдал. Так что возвращать нечего, извиняйте дядьку. И что теперь делать? Лена, ничего. Ничего не делать. Спокойно дождаться, когда придут штаны. Осчастливить служивцев и завоевать авторитет. Понял? Да. Лень, ты хочешь вот на такой тачке ездить? А в ресторанах жрать? А баб дорогих красивых любить? Хочешь? Вот, правильно. Делай, как я говорю. Сергей Петрович, здравствуйте. Рада вас видеть. Здравствуйте, Искра Ефимовна. Вот, прошу любить и жаловать. Наш гость из Никарагуа. Фронт освобождения имени Сандино. Искра Ефимовна. Мануэль Сантос. Товарищ Сантос прибыл по личному приглашению товарища Гришина, так что мы должны обеспечить ему все условия. Конечно. Все, что в наших силах. Добро пожаловать в гостиницу России. Извините, дверь была не заперта. Марина Широкова улетела. Им дали разрешение на брак. Что сказала на прощание? Нахамила. Вот, жди от людей благодарности. Еще какие-то проблемы? Нет, не бойтесь, никого спасать не надо. Просто есть одна просьба. Слушай. Вот спецзаказ. Коньяк французский «Наполеон» — одна бутылка. Икра «Белый черный» — две банки. Крабы «Тихий океанский» — две банки. Оленина сырокопченая пикантная. Вот здесь и здесь, пожалуйста. Фамилию полностью, дата и подпись. Спецзаказ нужно доставить капитану Ракитину в его номер. И проследите, чтобы принял все строго по накладной. Хорошо. Не стыковочка у вас тут. По накладной написано две банки черной икры. А у вас четыре. Как так? Две лишние выходят? В ресторане, наверное, ошиблись. Я сейчас все отнесу. Ага. Чего же вы сразу не проверили по накладной, как добрали? А если теперь они скажут, что они не две банки лишние вам дали, а 10, тогда что? Они так не смогут. Или смогут. И что мне делать? Что делать? Выбросить? Как это выбросить? Шучу. Держите, это вам к Новому году как раз пригодится. Да что вы, нельзя же. Почему нельзя? Можно. По накладной все сходится. Значит, можно.
Это же денег больших стоит, они искать будут. А вы за общепит не переживайте. Там ребят тертые. Хватит рыдать. Давайте, успокаивайтесь. Простите, я уже все. Что мне делать? В ресторан отнести нельзя, выкинуть тоже нельзя. Это же еда все-таки. Но вы могли ее себе забрать. Я не воровка. Конечно, не воровка. Вы молодец. Я знала, что вы все сделаете правильно. Знали? Вы что, это специально подстроили? Вика. Как вы могли? Зачем? Потому что в гостинице номер один каждый сотрудник должен быть безупречен. Ну, Вика. Все, хватит носом шмыгать. Все такие проверки проходили. Все, и я, и многие другие. Я прошу вас впредь внимательно проверяйте все, что вы получаете по накладной. Все до единой банки. Угу. Пусть это будет для вас уроком. Игорь Викторович, позвольте. Андрей Данилович, присаживайтесь. А коньячку? Да нет, 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 что вы, что вы. У меня же язва. Потом я на работе. О, как же вам, наверное, скучно живется. Да, кстати, вы слышали? Ксения Романовна нашу в гору пошла, карьеру делает. Да, слышим, да, слышим. Ну, вот вы, я очень извиняюсь, вот поматросили, так сказать, и бросили, а дамы нет. Дамы этого не прощают. Кто знает, как при должности поведет себя Ксения Романовна. Не захочет ли она счеты свести из нанесенной вами обиды? Я вот слышал, Искра Ефимовна со своим новым замом представили руководству гостиницы свои предложения в связи с инцидентом в аэропорту. Ну, когда какого-то там сотрудника спорткомитета взяли на спекуляции. Так вот, предложение оргкомитета провести тщательную проверку штата гидов-экскурсоводов. Не обидно ли подсказал Алексею Романовне такое решение? Смотрите, как, а? Ну, я на своем веку проверок много прошел. Еще одна, скорее всего, меня не напугает. А вот на вас я гляжу, Андрей Дромидонович, и все понять не могу. Чего мне это надо? Помочь вам хочу. Ну и себе, конечно. Мы же с вами деловые люди. Поэтому скажу прямо. Успехи Ксения Романовна меня тоже весьма беспокоит. Ну, я вот Ксения Романовна только знаком по работе, а вот вы, в силу гораздо более глубоких отношений, намного лучше ее знаете. Вот и поделились бы, а, чем богаты. Вас это не обременит? Рассказали бы, а я умею быть благодарным. Да я и не знаю, что рассказывать. Провинциальная учительница, Углич, потом Иньяс. Тетка в горкоме партии инструктором работает. Благодаря ей она сюда и попала. Что еще? Семья. Мать, учительница. Отец? Отец неизвестен? Почему неизвестен? Очень даже известен. Забронируйте 3 дополнительных номера для французской делегации. Они заселяются послезавтра.
Здравствуйте, сеньор Мецаджорно. Я рада снова приветствовать вас в гостинице «Россия». Меня зовут Ксения, а это Вика. По всем вопросам пребывания в гостинице обращайтесь лично ко мне или к ней. Я очень рад встрече. Пройдемте. Проконтролируйте заселение и, если что, вызывайте меня. Поняла, Ксения Романовна. Скрыла Баскакова, порочащая родственные связи. Отец неизвестен. Да все хорошо известно. Его зовут Семен Пробкин. В 44-м году в госпитале в Угличе лежал. Потом пропал без вести. Она это знала. Знала и скрыла. Напиши мне на бумажке все это. Уже? Проверим, что там есть на отца. Это невозможно. Невыносимо. Сеньор Мецаджорно? Ему не нравится номер. Сеньор Мецаджорно, что случилось? Я не могу здесь жить. Что вас не устраивает? Вид. Вид из окна. Мне обещали номер с видом на Кремль. А это что? Кремлин. Кремль. Это просто стена. А мне надо собор Василия Блаженного, Спасская башня, Мавзолей. Где это? Хорошо. Мы переселим вас в другой номер. Неужели трудно сразу? Вика, проводите господина Мецаджорно в номер 1135. Ключи возьмите у дежурной, я все уложу. Мисс Кузи, прошу прощения, сеньор Мецаджорно. Простите, не помешаем? Да-да, проходите. Какой этаж? Первый. Какая красавица. Мне начинает нравиться эта страна. Простите. Искра Ефимовна, а что за группа к нам новая заехала в западный корпус? Я встретила двоих в лифте, похоже на испанцев, но я их не заселяла и в списках с утра не видела. Да мало ли кто заселился. Их вон толпы ходят по гостинице. Всех ты не упомнишь, для этого у меня есть ты. А, поняла. Это не группа. Их двое из Никарагуа. Приехали по приглашению Виктора Васильевича подготовить приезд для своей делегации. Мануэль Сантос и еще с ним товарищ. Понятно. Интересный мужчина. Но иностранец. Ксюш, вспомни инструкцию. Чуть что, сразу статья и с вещами на выход. Лучше к соотечественникам присматривайся. Не, я, конечно, понимаю, должность, карьера и все такое, это, конечно, хорошо. Но время летит быстро, а бабий век короток. Упустишь момент, будешь, как я, в одиночестве старость коротать. Да, с переселением Мецаджорно ловко придумал. Значит, почуял что-то? Да черт его знает, может, просто перестраховался. Баскакова опять это влезла. Я думаю, это хорошо, что его легко переселили. Если бы Баскакова уперлась, он бы точно что-нибудь заподозрил. А теперь, думаю, все тип-топ. Да, уже в баре двух проституток снял. Значит, занятие на ночь ему обеспечено. Телефон я через коммутатор слышу.
А завтра кину в номер пару микрофонов, когда он завтракать пойдет. Спасибо тебе, добрый человек. Ладно, если что, сигналь. Наши люди побывали на даче и дома у Демартини, все проверили. Часть коллекции он спрятал. Тайник пока не нашли, но ничего, прижмем посильнее, все выложит. А если не выложит? Сегодня в Москву прилетел Мюццо Джорно, известный аукционист. Через него Демартини делает документы на ПМЖ. Теплее. И, скорее всего, с ним договаривается о вывозе коллекции за рубеж. Ну, а когда договорится, возьмем их на сделки. Смотри, не спугни раньше времени. Он с 30-х годов с органами сотрудничает. Нашего брата за версту чует. Тоньше действуй, майор. Интеллигентнее. И помни, какое значение эта операция имеет для нас с тобой. И не только. Смотри не на портач. Пронто. Слушаю. Просыпайтесь, сеньор Меццоджорно. Это Демартини. Какого черта в такую рань? Нам нужно срочно встретиться. Прямо сейчас. Я рядом с гостиницей и очень замерз.
Рад, спасибо. Кому не спится в ночь глухую? Демартини звонил в номер Мецаджорне. Насколько я понял, он скоро окажется здесь. Что будем делать? Так. Демартини идет в гостиницу. В корпус его не пустят, потому что слишком рано. Мецаджорне выйдет его встречать на улицу, чтобы не маячить в вестибюле. Давай в номер. Ставь микрофоны. Думаешь, успею? Успеешь. Пока их промурыжат с пропуском, потом еще заставят ждать открытия. Разговаривать они наверняка будут в номере, потому что лишние уши обоим ни к чему. Да, я звонил насчет переводчика. Сказали, будет через час, не раньше. Я же просил, чтобы дежурный переводчик всегда был под рукой. Ладно, занимайся микрофонами. Перевод я обеспечу. Девушка, а нельзя ли мне как-нибудь в виде исключения? Сеньор Мезаджорно, важный иностранный гость, человек искусств. Я вам уже говорила, пропуски в жилые помещения оформляются с 8 утра. Она говорит, надо ждать до 8. Господи, какой бардак. Доброе утро, сеньор Мезаджорно. Доброе утро. Как вы спали? Прекрасно. Я могу попросить вас, чтобы ко мне пропустили моего консультанта? Конечно. Ровно в 8 утра вы с гостем сможете подняться в номер. Мне бы, нам бы хотелось прямо сейчас. Я понимаю, но все же придется немного подождать. В ресторане на первом этаже установили новую кофемашину. Итальянскую. И теперь готовят лучший кофе в Москве. У вас в активе 3 языка, насколько я знаю. 4. О, тем лучше буду знать. Но сегодня понадобится синхрон с итальянского. Для вас, но у меня нет допуска. И потом я на работе. Это и есть ваша работа. И допуск у вас есть, будет с приказом знакомы. Так что поступайте в мое временное распоряжение. Искренне, Ефимовна, я предупрежу. Прошу. Послушайте, у нас возникли проблемы. Почему вы нарушаете законы конспирации? Зачем было являться прямо сюда, в такую рань? Обстоятельства изменились. Они обокрали квартиру, забрали несколько ценных работ. Мне пришлось устроить пожар, как будто картины сгорели. А, не понимаю, видимо, ругается. В ваших же интересах больше не тянуть с моими документами. Если хотите получить коллекцию, пока ее не забрали. Я немедленно займусь документами. Это второй мужчина говорит. Первый отвечает, я поеду к дочке, буду ночевать у нее. Как будто ночевал у нее. Буду ждать там. Ну что ж, для первого раза очень даже неплохо, я вас поздравляю. Я могу вернуться к работе? Конечно. Если вы мне понадобитесь, я вам позвоню. Здравствуйте, Ксения Романовна. Здравствуйте, Вика, что с вами? Простыла, наверное. Вчера температура поднялась. Я и чай с малиной пила, и ноги парила, и в носках с горчицей спала. Ничего не помогло. Я же вас предупреждала, нам болеть нельзя. И бациллоноситель нам здесь тоже не нужны. Собирайтесь домой. Врача вызывать? Нет, больничный – это очень долго. Делайте, что хотите, но чтобы завтра были на работе здоровы. Демартини Юлий Юльевич? Да, я. Чем обязан?
пройдемте, пожалуйста, с нами. И не привлекайте лишнего внимания. Это в ваших же интересах. Прошу. Пожалуйста. Ну что, как работается на новом посту? Даже не думала, что столько забот прибавится. То ли еще будет. За пожарную безопасность помещений в орготделе теперь же вы отвечаете? Да. Тогда предупреждаю. Новогодний рейс тотальной проверки совсем скоро. Спасибо за предупреждение, что-то они рано в этот раз. Год настоит особенный, поэтому и строгости больше. Вы контролируйте, чтобы огнетушители были на местах, все огнеопасное и взрывчатое убрать. Если заметите что-то необычное, сразу ко мне. Все поняла. Меня задержали по недоразумению. И хотелось бы, чтобы все выяснилось как можно скорее. Ну что вы, я вас не задерживал. Я пригласил вас для беседы. Чувствуете разницу? Пока не очень. Можно узнать, товарищ Демартини, с какой целью вы прибыли сюда в такую рань для встречи с гражданином Италии? Я уже не первый год консультирую сеньора Меджаджорно по вопросам искусства. А, понятно. То есть вы приехали сюда ни свет ни заря, чтобы срочно проконсультировать нашего гостя. Прекрасно. Объясните, пожалуйста, какие у вас ко мне претензии? Здравствуйте. Приветствую. Чем могу помочь на этот раз? Мне нужны картины. Много. Работы современных советских художников, которые не представляют ценности. Так, чтобы каждую без проблем можно было вывести за границу. Я могу узнать, зачем? Для оформления делового центра в Палермо. Каприз моего заказчика. Мы же с вами знаем, что желание клиента — закон. Вот примерный список тем, количество и размеры картин. И плюс 10% за срочность. 15. Мы же с вами бизнесмены и понимаем, что срочность стоит дорого.
Ну хорошо. Я заплачу 15, если мы с вами одинаково понимаем, что такое срочность. Так вот. Согласен. Я законопослушный гражданин. Всегда сотрудничал с органами. Только вот органы. А что органы? Моя квартира ограблена. Похитили шедевры из моей коллекции. Средь бела дня. Милиция, конечно, ищет, но как-то не очень активно. Ну, кто ищет, тот всегда найдет. А что с остальной коллекцией? Могу предположить, что оставшиеся экспонаты вы перевезли на дачу. И в первую очередь работы мастеров русского авангарда. Я не ошибаюсь? Совершенно верно. Хочу вас огорчить. Сегодня ночью ваша дача сгорела. То есть как сгорела? То есть как сгорела? Вот так. Синим пламенем. Ну, Юль, держите себя в руках. Это конец. Конец всему, понимаете? Если коллекция сгорела, то мне незачем жить. Зачем же так драматизировать, Юлий Юльевич? Нам кажется, что не все так плохо. Кому это? Нам. Компетентным органам. Вы ведь собирались уехать в Италию на постоянное место жительства? Я много лет верой и правдой служил этой стране, которая стала моей страной. Теперь на старости лет поделу на родину. Это нормально, так бывает. Да, так бывает. Давайте на чистоту. Это вашу коллекцию потянуло за рубеж. А вы за нее вязались. Хотите, расскажу, как было дело? Меццаджорно, или те, кого он представляет, предложили вам продать картины и обещали безбедную жизнь в Италии. Вы спрятали картины, подожгли дом, как будто все сгорело, и вы уезжаете налегке. Дальше коллекция занимается Меццаджорно. Оформляет документы на картины, которые не представляют ценности, и увозит вместо них ваши. Полная чушь. Ну, почему же? Чушь, по-моему, очень хорошо придумано. Только вот незадача. Мне придется нарушить ваши планы. И вас ждет уголовная статья за поджог, а еще одна статья за инсценировку хищения из квартиры. В квартире орудовали ваши. Милиция до сих пор разводит руками. Никаких следов. То есть в квартире наша, а на даче ваша. Кайтесь, Юлий Юльевич, кайтесь, пока не поздно. Выкладывайте все на чистоту, и вам зачтется. От Ирины Осиповны. Вот это да, вот это да. Здравствуйте. Здравствуйте. Телеграммку примите, пожалуйста. Обычную или срочную? О, срочную. Срочнее не бывает. Да, и с оплаченным ответом. Вам на художественном бланке? Не-не-не, на простом. Там и без бланка будет, так сказать, радости моря. Пожалуйста. Вот, Юлий Юльевич, полюбопытствуйте. Полный каталог вашей коллекции. Если у вас на меня что-то есть по существу,
готов ответить по всей строгости закона. Ну, а поскольку нет и быть не может, к чему вся эта комедия? Засиделись мы. У меня сахарный диабет. Мне нужно срочно что-нибудь съесть. Диабет? Диабет. О, правда, диабет. Как же вас с таким диагнозом? Да на сладкую жизнь потянуло. Болезнь не повод для шуток. Согласен, прошу прощения. Знаете, можно было еду сюда заказать, как говорится, в номер. Ой, знаете, у нас самая лучшая кухня и самое лучшее обслуживание гостиницы России. А знаете что? Пойдемте с вами в бар. Вы ведь кофе пьете? Кофе. Мамочка, купи мне машинку, вот эту, красную. А мне желтую, пожалуйста. Миленький мой, это валютный магазин. Машинки очень красивые, только они не продаются. Они здесь просто для красоты стоят. Ну, мамочка, ну купи! Зачем они здесь? Дедушка! Дедушка, купи машинку! Я требую, чтобы их немедленно увезли. Они не имеют никакого отношения. Юлий Юльевич, давайте я буду решать, кто имеет отношение, а кто не имеет. Вы не расположены к разговору. Я подумал, что в присутствии ваших родственников беседа пойдет веселее. А позовите-ка Баскакову в бар на 7-м этаже. Ну что, ребятки, пойдемте? Там есть мороженое. У вас замечательные внуки. Товарищ курсант, простите, пятачка на метро не найдется? Всего 5 копеек, а я спасен. Пятака нет. Вот, 3 и 2. Может, вам еще нужно? Не-не, мое слово кремень. Сказал 5, значит 5. Товарищ курсант, спасибо большое. Этими вот мелкими монетками вы вернули к жизни крупную личность. Гарик! А, привет, чувачок. Извини, привет. Спешу. Слушай, я хотел... Чего? Лотки нужны газовые, есть? Ну, как-нибудь. Лотки – товар ходовой. В обществе тотального дефицита спрос рождает предложение. Бабки сразу, где забрать, скажу. Да не везде. Азин. Мне нужны 2 игрушечные машинки. Машинки есть в детском мире. Любые. Нет, мне нужны из «Березки» валютные. Оформите их на орг-отдел. Хорошо, напишите заявку, я передам помощнице. Вы меня не поняли, мне нужны машинки срочно. Без всяких помощников через 10 минут принесете машинки сюда. Юлий Юльевич, ну посмотрите, какая красота, вы собрались уезжать. Ностальгия. Понимаю. Сейчас ваш друг, сеньор Мецоджорно, расстарается. Быстренько оформит выездные документы и через пару деньков будете в своей Италии. У вас ведь здесь все за валюту? Конечно. Доллары, франки, фунты, лиры. Как пожелаете. Вот видите. Только здесь валюта – это 88-я статья Уголовного кодекса РСФСР до 15 лет. А там за бугром, пожалуйста, хоть полные карманы этой валюты. И вам за это ничего не грозит. Так что к теплому морю. Свободный мир, пожалуйста, езжайте. Уезжайте, только коллекцию отдайте. Зачем вам они? Кто? Никто, а что? Мои картины. Это же русский авангард. Его здесь искусством не считают. Я, может быть, эти работы всю жизнь искал, собирал. У дочери кусок изо рта вырывал, вещи жены продавал. И зимой не в чем ходить было. А теперь
Отдайте. Отдайте, Юлий Юльевич. Отдайте, и страна вам за это спасибо скажет. Римочка, а можно мне машинки? Да, вот эти, которые побольше. Спасибо, счет я потом закрою. Хорошо. Выбор-то у вас, прям скажем, невелик. Либо на Средиземном море лежать на шезлонге и кофе попивать, либо на белом на нарах баланду хлебать. А потом, вы очень правильно заметили, годы берут свое. И диабет у вас, и все остальное. Не увидите вы больше ни своих картин любимых, ни дом, ни родственников. Вот, пожалуйста. Благодарю. Ребятишки, смотрите, какие машинки. А вы знаете, что с машинками нужно обращаться очень осторожно? Вам дедушка не рассказывал? Нет. Не рассказывал? Машинки ездят по дорогам, а на дорогах очень опасно. Например, машинка может столкнуться с другой машинкой. Или даже перевернуться. Или, например, знаете, как бывает? Едет себе машинка по дороге, едет, никого не трогает. И потом бах, наезжает на пешехода. И тогда совсем плохо. Да, поняли? Молодцы. Папа, ты не понимаешь? Они же тебя посадят. Они нас всех посадят. Они тебя убьют. Ненавижу твои картины и тебя ненавижу. Папочка, умоляю тебя, пожалуйста. Пусть отвезут их домой. Прямо сейчас. Я все отдам. Ну вот, так бы сразу. А вы что стоите? Свободны. Детей отвезите. Очень хорошо понимаю разницу между грабежом и кражей. Благодарю вас, господин Ди Мартини. Но учтите, картины я вам дарю и требую, чтобы их обязательно выставили. И около каждой повесили табличку. Дар Джулио Ди Мартини. Все, что пожелаете, Юрий Юрьевич. Только знаете что? Если бы я, не дай бог, оказался на вашем месте, сразу понесся бы в аэропорт и срочно улетел. Пока никто не передумал. А, толку-то. Все равно картины вы у меня, считайте, отобрали. А больше у меня взять нечего. Ну почему же? Дача ведь ваша не просто сгорела, подожгли ее. И соседи вроде пострадали. Только теперь это уже не наша епархия. Этими делами занимается милиция, мало ли что всплывет. А друг ваш товарищ Меццоджорно сдаст вас первым. Так что пули отсюда. Пули, я сказал. Можно? Нужно. Заходи. Рассказывай, что нового. Да все по-старому. Искра Ефимовна, боюсь, я не смогу быть вашим замом. Вот это новость. А говоришь, все по-старому? Просто это слишком большая ответственность. Чушь какая-то. Чтобы ты до ответственности испугалась, никогда не поверю. Что это за упадничество, а? Ксения, зима, грипп,
От Вики бациллу подхватила? Ну, ничего. И я тебя быстро вылечу. Прости, конечно, что не в торжественной обстановке, а так по-простому. Ты знаешь, что забота о человеке у нас во главе угла. В общем, хватит тебе по съемным комнатам мотаться. Тем более, ты теперь не рядовой сотрудник. Я тебе служебную квартиру выбила. Искра Ефимовна. А вот это Дармидонтович расстарался к твоему новоселью. Цветной телевизор. Рубин 711. Так сказать, окно в мир. Смотри и наслаждайся. Алло, Дармидонтович? Пришли ко мне двух своих ребят. Ну, чтобы твой подарок доставить хозяйке. Вручил, конечно. Ну, как-как. Сидит, слова от радости не может вымолвить. Да зачем его в эту старую халупу тащить? Сначала в кабинет, а потом на новую перевезем. Ну, добро. Добро. Поздравляю. Картины были в тайнике, как он и указал, упакованные на вывоз. Все изъяли и составили опись. Кто был в курсе операции? Я, Керимов и Баскаков из орготдела. Подписку взяли? Так точно. Что дальше? Будем оформлять? Дальше тебе не касается. Официальная коллекция сгорела. Что с Демартини? Вылетает сегодня. Считайте, уже улетел. Что ж, майор Берзень, операция успешно завершена. Поздравляю. Макаренко? Что ты тут делаешь? Ничего, Ксения Романовна. Я просто... Просто что? Дверь была открыта, любопытно стало. Макаренко, ты дурака-то не валяй. Зачем ты сюда полез? Мне платки нужно было забрать. Какие платки? Совсем чокнутый. Если бы не я тебя здесь застукала, кто-нибудь из персонала, из милиции или из комитета, тебя бы наизнанку вывернули. Я тебе сколько раз говорила, сколько раз предупреждала, никаких дел с Гариком. А что мне делать, Ксения Романовна? Сначала разговор был, чтобы просто джинсы для препода раздобыть и сессию по-скорому закрыть. А теперь все думают, что мне любую фирму достать, расплюнуть. Полковник уже не спрашивает, он просто вызывает, говорит. Сколько чего нужно? Увольнительные зубы и пошел. Твои отношения с начальством и с твоими приятелями меня не интересуют. Разбирайся сам. Если я узнаю, что ты продолжаешь свои дела с фарцовщиками, я тебя сама сдам куда следует. Чтобы через 5 минут никакого шматья тут не было. Цены сам платил немалые, не торгуйся, не скупись. Ребят, ну стоп, стоп, стоп! Ты можешь тише греметь? Ты меня совсем заглушаешь. Тебя заглушу, пожалуй. А тебе чего надо? Я Гарика ищу, он здесь не появлялся? Ресторан закрыт, сегодня здесь банкет будет. Мы репетируем, не видишь? А посмотреть можно? Нет, нельзя. Ну а что нельзя? Такой мальчик смешной. Смотри, конечно. Ребят, давайте сначала, да? Хорошо.
полным-полна коробушка, есть и ситец, и парча. Пожалей, душа, зазнобушка, молодецкого плеча. Пожалей, душа, зазнобушка, молодецкого плеча. Выйди, выйди в рожь высокую, там до ночки погожу. А залежу черноокую, все товары разложу. А залежу черноокую, все товары разложу. Цены сам платил немалые, не торгуйся, не скупись. Подставляй, как губы алые, ближе к милому садись. Подставляй, как губы алые, ближе к милому садись. Вот ты пала, ночь туманная, ждёт... Я гляжу, ты тут быстро освоился. Меня Ирина за свой стол посадила. Ирина? Далеко пойдешь. Товар забрал? Да, забрал. Молодец. А, только это, меня там Ксения Романовна застукала. Твою... Леня, ну... Велела все из бытовки убрать. Я все собрал, вот. Лень, ну я же предупреждал, но это нужно быстро делать. Зашел, вышел, все. Ну, если бы тебя не Ксения застукала, ну ты. Она то же самое сказала. Короче, я решил завязать с этим всем. А то больно стрёмно. Так, Лёнь, погоди, погоди, что значит завязать? Мы так, старичок, не договаривались, так не пойдет. Я твоим покупателям штанов целую гору набрал. Прикажешь мне их самому носить? Так, ладно, надо быть осторожным. И все. Так, бытовку мы потеряли, это плохо. Товар ты забрал, и это хорошо. Нычку мы организуем. Все равно их время от времени надо менять. Так что не дури, не дури! Ты мужик или кто? Ты будущий офицер. Тебя пугает, а ты не бойся, понял? Понял. Не слышу. Понял. Вот это правильно. Мы научились уходить с работы почти вовремя. А мне квартиру дали. Ну как? Здорово, поздравляю. Такие события надо отмечать. Прага, Арага. Куда хотите? Домой. Ну вот. Давайте в следующий раз. Поймал на слове. Может, перейдем на «ты»? Мы же уже не на работе. Хорошо. Я тебя подвезу. Давай. Квартиру дали, ты как будто и не рада. Я рада. Скажите, а... Скажи. Да, скажи. Мне кажется, ваша профессия накладывает отпечаток. Требует какой-то бесчеловечности. От меня не требует. Во всяком случае, я не бесчеловечен, если ты заметил. Ну, ты же тоже говоришь, что цель оправдывает средства. Да. Но только когда цель. Интерес страны. Надежда! Светит незнакомая звезда. Снова мы. Слушай, Гарри, что это за мужик? Он у меня утром пятачок на метро стрелял, сейчас в ресторане сидит. Это, Леня, эпохальная личность. Кличка Дурик. Почему Дурик? Потому что пропивает все до копейки. Утром с бодуна стоит у метро мелочь шибать. Потом идет в ларек, покупает там значки всякие. Идет к иностранцам и выменивает их там уже на всякие авторучки фирменные, на открытки объемные, на жвачку, ерунду всякую. А потом эту ерунду нашим соотечественникам втюхивает за уже вполне вменяемые деньги. Потом снова идет за сувенирами, потом опять к иностранцам, ну и так далее. Так что к вечеру у него на кармане бывает рублей 200, а то и больше. 200 рублей? Нифига себе! А ты говоришь, Дурик. Конечно, Дурик. Потому что потом все эти деньги спускает здесь, в ресторане. А утром опять стоит за мелочью у метро. Хочешь познакомиться? Многое теряется из виду. Тают грозовые
радости скупы телеграммы. Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Спасибо за доставку. Прости, я просто не нужно меня торопить. Работа, должность, эта квартира. Мне нужно хотя бы чуть-чуть выдохнуть. Ты правда очень-очень хороший. Пока. А ты гусар. Выпьешь со мной? Не думаю, вот как они. Да вы что, меня ж любой патруль загребет. Ой, да мы слышим. Ты на такси поедешь, а двери до двери, что все. Ну, наверное, водка. Давай. И мне водочки налей. Угу. Ну? Гарик, это что за овощ такой? Астань, это мой человечек. Это я курсанты уже шестерю. Да. Послушайте. Ты еще рот открываешь, цыплёнок? Тихо. Тихо. Слади его. Сейчас я вам покажу. Послушай. Ты ведь никуда не торопишься. Нужно будет отправить по Золотому кольцу. Справитесь? Ой. Вик, это стандартная экскурсия. Переславль, Залесский, Ростов, Великий, Ярославль, Кострома. А Суздаль? Владимир Суздаль – это другая экскурсия. Их столько, запомнить бы их все. Учитесь запоминать на ходу. Как? Каждое слово – шаг. Золотое кольцо, Переславль, Залесский, Ростов, Великий. Ярославль и Кострома. Верно. Видите, ничего страшного. Доброе утро. Здравствуйте. Вика, группа сейчас должна спуститься. Отправить? Конечно. Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Ярославль-Кострома. Все верно. Удачи. Ну что, как жизнь для Виктория? Не жалуюсь. Я слышал, там орготдел гидами недоволен. Надеюсь, они вычислят. Если что-то узнаете, шепните по старой дружбе. Или можем в ресторане вечерком посидеть. А то в прошлый раз как-то не сложилось. Не вижу смысла, Игорь Викторович. Все маршруты я уже выучила. А вас, наверное, туристы ждут. Черт! Ты что, скачал? Рано еще.
Да у меня увольнительное до 24 было. Ленечка, до 24 уже прошло. Теперь все равно во сколько ты явишься. Ну, иди ко мне, мальчик мой. Да? Ксения Романовна, вам телеграмма. Распишитесь, пожалуйста. Спасибо. Очень рад, что у меня есть дочь. Обязательно приеду. Так. Папаша, значит, отыскался. Сначала не было никакого отца по документам. И вдруг нате. Ну, голуба моя, ну я даже не знаю, что тебе сказать. Я же тебе рекомендацию в партию давала. И теперь что? Вот кто знает, где он был, твой отец. Чуяло мое сердце, что должна быть и в тебе какая-нибудь червоточина. Потому что идеальных людей не бывает. Не бывает. Я даже не знала, что он жив. Она не знала. Что теперь делать? А я скажу тебе, что делать. Давай-ка, бери, пиши заявление. На себя. А как это на себя? Обыкновенно. Так, мол, и так. Обнаружился отец Семен Пробкин, о котором ранее никакой информации не располагала. Прошу внести изменения в мое личное дело. Пойдешь в отдел кадров? Там народ опытный, подскажет, как лучше оформить. Может, принесет. Да, и телеграммку приложи. Хорошо. Да, Ксения, ты теперь под микроскопом. Ну, кубусы катают, как пить дать. Когда снова придешь? Я не знаю. Суток 15 дадут. Из-за меня? Ну да. Ты не жалеешь? Да я за тебя хоть на 15 лет сяду. Отнесешь это в кадр, а потом, так и быть, приезжай за ордером. Посмотри квартиру. Небось, не терпится, а? Да успею еще. Поезжай, поезжай. Считай, что это мое распоряжение. К Новому году, глядишь, и переселишься. Будет у тебя все новое. И новая должность, и новая квартира, и новая жизнь. М? Только кому ты всем обязана, не забывай. Конечно, Искра Ефимовна. Ну, давай, иди. Спасибо. Угу. Счастливо. Ты посмотри, какой вид из окна! Красота! Паркет дубовый. Ой, а кухня какая! Вот что значит дом управделами ЦК. Да. Расскажи мне про отца. А чего это ты о нем вспомнила? Телеграмму прислала. Нашел меня, пишет, что приезжает. А я даже не знаю, как реагировать. Объявился, значит. Сергей Петрович! У меня очень мало времени, что вы хотели?
Я хотел оказаться полезным, поделиться, так сказать, информацией. Ближе к делу. Да-да, конечно, конечно. Дело в том, что товарищ Гришин способствовал продвижению по служебной лестнице одной нашей сотрудницы. Товарищ Гришин никогда не способствовал продвижению сотрудницы. До свидания. Простите, пожалуйста, я очень волнуюсь. Может быть, неудачно выразился. Недавно бюро горкома утвердило на должность заместителя заведующего рукоделом гостиницы «Россия» Баскакову Ксению Романовну. Вот, так вот она кое-что скрыла в своей биографии. Что? Фамилию и имя отца. Его зовут Семен Пробкин. И что дальше? Дело в том, что он в Угличе в 44-м году в госпиталь лежал. Тогда-то Ксения Романовна была, так сказать, спроектирована. А потом этот Пробкин пропал, в плен попал. Или перешел на сторону врага. А вот Ксения Романовна все это знала? Знала и скрыла. Скрыла от партии, что она дочь врага народа. Документы есть? Да-да, конечно. Пожалуйста, тут все. Семен, он ведь моим ухажером был. Мы целый год с ним до войны встречались. А мамка твоя тогда мелкая была, под ногами путалась. Только школу заканчивала. Потом война. Семен сразу добровольцем на фронт ушел. Я в партизаны. Потерялись как-то. А в 44-м они с твоей мамой в Угличе встретились. Семен после ранения в госпитале лежал, а мама там санитаркой работала. Ну и вот. Не, я их не сужу. Время такое было. Война. Все люди одним днем жили. Убить-то могли в любой момент. А мама твоя Семена любила. Только до войны я эти чувства скрывала, а тут открылась. Ну и завертелась у них. После госпиталя Семен на фронт ушел. А потом в плен попал. Это она из-за плена в метрике не указала, кто мой отец? Нет. Не из-за плена. Из-за меня. Боялась, что я переживать буду, что она тебя от моего любимого родила. Поэтому и фамилию свою дала, а отчество просто так придумала. Но потом во всем призналась. А я сижу с тобой махонькой на руках и думаю, о, как складывается чудно. Своих детей нет, а сестра мне дочку от моего любимого родила. Хороший подарочек к Новому году, ничего не скажешь. Продвинули молодого кадра на свою голову. Дочь предателя Родины. Ну, сейчас формально уже нет. Я позвонил в военный архив, мне срочно предоставили справку. Вот. Пробкин Семен Степанович, 1917 года рождения. Из служащих. В 44-м попал в плен. До апреля 45-го находился в концлагере Равенсбрюк. Был освобожден советскими войсками. Искупал вину перед Родиной в Колымском лагере. В 56-м амнистирован, в 61-м реабилитирован. После амнистии остался на Колыме. Так, понятно. Мы с
Distribution. Хотел бы поздравить вас с наступающим Новым годом. И узнать, с каким настроением вы его встречаете. Спасибо за поздравление. Наступающий 1977 год будет знаковым во многих отношениях. Вся страна широко готовится встретить 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Также в новом году готовится всенародное обсуждение и принятие новой конституции. Скажите, будет ли в новой конституции гарантированы гражданские права? Наши читатели беспокоятся за нарушение прав человека в Советском Союзе. Это выдумки западных пропагандистов. Но вы же не будете отрицать, что за время правления Сталина были репрессированы миллионы советских граждан. Более того, пострадали не только репрессированные, но и члены их семей. Партии умеют признавать свои ошибки. На 20-м съезде была дана принципиальная оценка культа личности и массовым репрессиям. Все невиновные реабилитированы советским судом. И членам их семей также была возвращена вся полнота гражданства. Я могу привести вам конкретный пример. У нас на ответственной должности работает дочь репрессированного. Ксения Баскакова. Ксения Баскакова. Ее отец провел в лагерях 15 лет. Теперь полностью реабилитирован. Она сама член партии и активно продвигается по служебной лестнице. О, вот это мне очень интересно. А могу я знать подробности? Вот товарищи подготовят вам необходимую справку. Ну, что там с Баскаковой? Да что, отец антисоветчик. Как мы и предполагали, в общественной жизни не участвует, допускает высказывания, склонен к азартным играм. Два раза забирали за драку сотрудниками органов. Характеристика такая, что хоть сейчас на доску их разыскивает милиция. Да уж. Раньше бы ее уволили за такое родство без вопросов. А нынче особо не подкопаешься. Это ж отца характеристика, а не ее. А вы недооцениваете Хазова. Я ему телеграмку отослал от ее имени. Приезжай, папа, мол, на Новый год. И адрес гостиницы. И что? В чем смысл? Как судите сами. Человек 15 лет по лагерям отсидел. 30 лет живет на Колыме, в Медвежьем углу. К тому же он азартный игрок. А тут Москва, гостиница «Россия». Это же слон, так сказать, посудной лавки. Одно неловкое движение, и все, в дребезге. Нужно только подтолкнуть.